дорогие мои друзья, сегодня мы поиграем в игру Foundation. Она у нас впервые на канале. Ну давайте не будем затягивать. Начинаем новую игру. Хаумы карта. Начинаем. Это симулятор градостроительства. Он находится у нас сейчас в раннем доступе. Вполне интересная игрушка, я чуть уже поиграл. Так, ну давайте, что у нас тут? Давайте выберем, посмотрим-ка. Вот здесь есть и камень, еда и дерево. Давайте вот этот кусок выберем. Так. Камера настроена. Поставим наше первое поселение, а то есть центральная площадь. Центральное поселение. Центр поселения. Давайте его поставим вот здесь, поближе к еде. Так у нас все выглядит. Так, ну что, давайте сначала поставим центр. Давайте с едой сначала. Хижина собиратель. Еды поставим вот здесь так красивенько. Сразу очертим наш радиус действия. Вот тут будет у нас добыча. Чертим. Так, все будет добыча. Камень захватим. Вот так вот. И вот здесь захватим. Чтобы было у нас красивенько. Здесь они, вот сейчас мы все это очертим, здесь они будут собирать у нас ресурсы, а именно еду, камень и дерево. Все. На этом пока нам все, что доступно. Тут теперь ставим, смотрим, кто у нас. Давайте посмотрим, как мы... Давайте это будет у нас ну да, строителем назначим его. Пусть будет строитель у нас один. Строитель. Поставим приоритет. А, еще носильщик. Давайте мы на одного носильщика поставим. Это будет носильщик. Пока носить пока нечего, мы ему сейчас отменим. Носильщик у нас будет, когда амбар будет. Кстати, предлагайте в комментариях, пишите, кто бы хотел бы каким-то конкретным жителем быть в нашем городке. Я бы переименовал. Надеюсь, здесь можно это сделать. А давайте посмотрим. Переименовать. А тут, к сожалению, нельзя это сделать. Но это ранний доступ, надеюсь, потом они сделают это. Давайте посмотрим. Тайное задание. Дай. Строительство завершено. Тут у нас 3 человека может работать. Давайте назначим. 1 и 2. И сделаем их собиратель. Собиратель. И собиратель. 1, 2 и 3. 3 собирателя у нас есть. Так, еда у нас уже собирается. Давайте построим теперь лесорубов хижины. Чтобы у нас дерево. Давайте в этой области будет у нас есть.
Задание нам дали лесорубов разместить лагерь. Хорошо. Наймите одного сотрудника лесоруба. Мы уже сделали это. Завершено, завершено. Что нам дадут? Ни золотых, ничего пока. Нет пока заданий, видите? Давайте посмотрим. Строительство начинается. Назначен строитель один. Давайте приоритет высокий поставим. Пока собирают у нас еду. Кстати, они когда ходят, у них тропы здесь такие, ну, вы, наверное, знаете, видели уже видео кого-нибудь. Довольно интересно сделано. Ну, мы сегодня будем играть в свое удовольствие, как обычно. Я думаю, ограничимся, пока не построим церковь. Она у нас вот здесь находится. Часовня. А для часовни нам надо 9 новоприбывших. Так, наймите нового работника лесоруб. Хорошо. Тут троих можно. Раз, два, три. Все. Это мы сделали. Дальше смотрим. Давайте мы поставим лагерь каменотесов. Он у нас вот здесь. Здесь его поставим. А больше у нас камня, кстати, нет. А, вот чуть-чуть есть. Отлично. Сколько у нас свободных рук? Сейчас посмотрим. Осталось. Один только без работы. Вот он и будет у нас каменотесом. А потом задание завершить получено. Так. Все мы собрали. Новый амбар построить. 100 золота дадут. Давайте сразу его поставим. Чтоб делали. Или подождите лучше. А почему у нас лагерь каменотесов исчез? Вот. А, его просто так не видно было. Давайте уберем. Ошибочка. Поставим приоритет высокий. Для него нам, кстати, надо. Что нам надо? 10 дерева, бревен и 5 инструментов. Инструментов у нас 15 осталось, бревен 40. Смотрим. Бревен у нас прибывает, еда прибывает. Поставим амбар. Сейчас запланируем. Давайте поближе к площади. Так что пойти мы. Здесь будет у нас амбар. Кстати, что для него нужно? 5 камня и 15 бревен. У нас все это есть. Так, тут построился у нас. Нет еще. Нам бы жителей, поселенцев бы побольше. Было бы поинтереснее. Игра бы пошла. Но нам и так хорошо. Все отдыхают. Видите, собирать уже некуда. Все битком, наверное. 24.
Производство остановили? Нет. Разрешен лагерь каменотесов. Давайте посмотрим, назначим. Один у нас житель остался. Пока пусть один будет. Потом будем потихоньку освобождать. Переназначим работу. Так, все жители у нас работают. Сработанных нет. А давайте посмотрим, что у нас. Так, кто у нас? Мужчина, 21 год, житель. Так, он у нас строитель. А почему он у нас не строит? А он отдыхает, наверное. Назначим высокий приоритет. А, камня нет. Сейчас камень добудут. Давайте мы в каменоломню. Пожалуй, откуда уберем? Давайте пока с еды одного в каменоломню. Собиратель, давайте вот это. Тут кто у нас? Мужчина, 17 лет. Ты у нас будешь каменотес. Все. У нас будет два каменотеса и два собирателя. Смотрим. Тут можно максимум 5 каменотесов. У нас их двое. Стивен и Мартин. 10 золотых нам нужно для того, чтобы содержать эту каменотесную. Мы пока по деньгам в золоте минус 1. И ничего, сейчас мы. Будет у нас все хорошо. Так. Что у нас тут? Строит, строит. Куда он денется? Сейчас тихонечко. Давайте посмотрим. Это, кстати, интересно, захватывающаяся такая игрушка. Спокойная. Можно спокойно посидеть с чайком, попить чай, поиграть. Очень такая рассудительная. Так, ну он почти достроил, ему камней не хватает. Но ведь нового сотрудника носильщик. И амбар, еду соберите. Новое задание. 100 золотых, кстати, нам за это заплатят. Это мы уберем. Это мы тоже уберем. Так, ну что у нас тут? Собирает. Камень. Не хотят пока собирать. А, уже 4 камня. Давайте посмотрим. Все он принес. А нам надо 5. Сейчас он все сделает. Давайте посмотрим на него. Освальд. Где он ходит? Вот он взял камень. Все, пошел строить. Он весь камень что взял. 4 штуки. Да, 4 штуки, еще один камень. Вот его, кстати, уже сделали. Лес рубится. Еду собирать. А вот инструменты у нас. Инструменты, может быть, потом проблема. Но мы рынок сейчас построим. И будет все нормально. Пока его нельзя у нас особо тут строить. Надо 10 досок. Сейчас я вам покажу. Чтобы начать торговлю, 20 досок надо. Доски делаются из бревен. Но пока недоступно. Строительство амбара завершено. Отлично. Теперь, что мы делаем? Мы идем в строительство. Идем особое.
Рынок ставим. Рынок давайте сделаем вот только еду. Давайте вот сюда. Синекс рядом с площадью. Начать строительство. Теперь, что нам для этого надо? А ничего, только 10 бревен. Очень замечательно. Ускорим. Приоритет поставим большой. Так, давайте скорость увеличим. Чтобы нам быстренько все собиралось, делалось. Вот он берет бревна и делает. Так, у нас уже 5 камня, 54 бревна, 10 инструментов и 54 еды. Сейчас он построит. Отлично. Все, 10 бревен он взял. Сейчас осталось только построить. Рынок построен. Теперь, что мы делаем? Мы берем, нажимаем амбар и рынок. Мы переназначим сейчас сотрудников, а то есть смотрим кого. Собиратели у нас 3. Давайте одного собирателя мы отправим. Будет у нас торговец, а другой лесоруб. Лесорубов сколько у нас? 2, 3. Давайте лесорубу. 1 будет носильщик. Все, теперь смотрим. Теперь ставим тут ячейку. Выбираем ягоды. Делаем, разрешаем. Нам 100 золота дали, кстати. И здесь мы смотрим. Выбираем, ставим ягоды. Нажимаем левой кнопкой. Все. Тут у нас торговец есть. Ягодами торговать будут. Сейчас будут по 5 золотых за одну ягоду продавать. И тут ягод 60 перетаскал. Все, отлично. Теперь смотрим дальше. Что нам тут? Продать одну ягоду хотя бы. Сейчас продадим. Вот она пошла за ягодами. Несет ягоды. Теперь, как вы видите, 49 ягод она взяла на прилавок. Начинает продавать. Все продано. Теперь нам надо построить колодец. Ставим здесь. Давайте мы его поставим рядом. Вот так вот. Поставим приоритет высокий. Видите, у нас сразу ягоды построили, сразу довольствие 50 стало людей. Как будет 100, они будут уже у нас апгрейдиться. Новые поселенцы приходить. Колодец у нас что требуется? 5 камней, 10 бревен. Камень есть, бревна есть. Все, отлично. Смотрим, ничего у нас не разблокировалось. Нам мы наша задача сегодня была это построить церковь, собор. Смотрим, часовня. 9 новоприбывших нам надо набрать. А поместье лорда 9 тоже новоприбывших. Ну, будем ждать. А то у нас уже заканчивается. Вот, все, колодец. Вот еще 10, 100 золотых мы получили. Новое задание. Увеличьте население, повысьте вероятность миграции. Хорошо. Счастье поселенцев на 100. Сейчас они увеличатся через время. Тут смотрим. Ягоды есть. И вода есть. А что им надо?
для счастья. Смотрим. Вода и еда. То есть ягоды и вода. Мне сейчас эти шкалы заполнятся до максимума. Я не буду счастлив на 100%. Уже 94. Смотрите. Так, ну смотрим. Рынок закрывай. Так, что из двух... Так, вот нам люди начинают приходить. Все, мы... У нас счастье 100. Поздравляю вас, дорогие друзья. Счастье 100 уже. Сейчас к нам будут приходить новые поселенцы. А то есть уже идут двое. Решили вот прибыть. Путешественников. Задание завершено у нас. Так, смотрим дальше, что у нас тут. Пока идет все своим чередом. Сейчас прибудут двое поселенцев. Кстати, не разблокировали нам случайно часовню. Вот и часовня, отлично. Королевство признает ваши заслуги в создании нового поселения. Я всего лишь ваш смиренный слуга. Одного жителя не хватает места для постройки дома. Так, отлично. Давайте им очертим сначала постройку. У нас жилая зона появилась. Давайте им очертим ее. Вот так. Здесь будет жилая зона. Это вот так вот жилая зона. Все, жилая зона. Сделаем побольше, потому что поселенцев много. Эти красные я не сажу, кроме как здесь. Все, мы построили. Так. Что у нас тут? Два жителя уже строят дома. И давайте наш план. А то есть у нас надо было часовню построить. Что нам? 20 камня, доски. Ага, нам нужны доски. Давайте сначала построим лесопилка. 20 бревен, 10 камней. Отлично. Здесь будет у нас... Так вот, давайте в промзоне. Так, у нас будет лесопилка. Это завершено, дом построили. Отлично, хватает для застройки. Так, вот у нас дом построился. Тут два жителя. Освал и Стеллен. Давайте на них посмотрим. Это у нас Освал. Ему 21 год. И Стеллен. Ей 18 лет. Ему, то есть. Похож на женщину на картинке. А из создания завершено. Дом еще один построили. Отлично. Тут мы приоритет поставим на максимум строительства. Что-то у нас медленно строят. Давайте мы... Ну, два жителя новых пришел. Давайте сделаем еще одного строителя. Они нам... Давайте три строителя будет. Три строителя. А потом одного... Поставим на лесопилку. Пусть у нас делает доски. Счастье 70, что им надо для полного счастья. Давайте посмотрим. Появилась у нас часовня. Сейчас мы ее будем строить. А то есть мы ее уже строим. Смотрим.
10 камня нам надо, еще не принесли. Сейчас принесут. А почему у нас только один строитель строит? Два жителя еще дома строят. Что они дома строят? Построили. Давайте пока часовню сделаем. Архитектурный план. Нашу дорогую часовню. Так она будет. Где мы ее? Вот тут в жилой зоне сделаем. Она у нас большая. Давайте ее. Я повернуть-то. Часовня. Это у нас основное здание. Так, не знаю. Ну, давайте ее вот тут поставим. Мешало. Так, сюда. А что она не встает? Хватало, что максимум. Так, поставили. Это дверь у нас. Ставим дверь. Так вот дверь. Это у нас дверь Б, выход. Ставим ее вот здесь. Это у нас... Как я понял. Еще какой-то там. Ставим здесь. И колокола. Ставим здесь одну и вторую здесь и крест здесь. Это общая деревянная постройка. Ставим ее здесь и пристройка. Ставим ее здесь. И начать ставить. У нас надо 53 камня, 104. Нет, досок 104, инструмент 28. У нас нет столько инструментов. Ну давайте начнем. На лесопилку, значит, нам надо побольше народу. У нас с кого мы уберем? Строителей уменьшим. Это у нас плотником будет. И этот у нас будет плотником. Потом переназначим. У нас получается только один строитель. Так, у нас 10 жителей. Тут один плотник. Почему один только? Еще не пришел, наверное. Два. Отлично. Всего их три можно здесь. Так, и нам для торговли нам инструменты понадобятся. У нас их 7 осталось. А нам надо здесь инструментов 28. Так, камня нам тоже не хватает. И досок 104. Сейчас будем доски пилить. Усиленно. Причем. Надо еще одного. Пилорам. Давайте, кого у нас много? Каменотес. Торговец. Каменотеса 2. Плотника 2. Лесоруб.
Собиратель. А нам, в принципе, и некого. Пока некого. Так, ну что же. Скорость у нас на максимум. Смотрим. Так, вот два путешественника. Вот мы их и сейчас прибывают к нам. Вот мы их сейчас и расположим. Одного в пилораму, другого строителем сделаем. Так. Потихоньку строится. Приоритет поставим высокий. Так. Что у нас тут? Камни еще не хватает. 9.46. Все, нам камня хватило. Досок 12 уже. Сейчас мы откроем рынок и будем закупать инструменты, потому что их нам надо много. 28. Золотых у нас достаточно. Плюс 8 идет. Достаточно. Уже 497 золотых у нас. Золото. Уже 500. Смотрим. Что у нас тут? Вот новые прибыли. У нас сотрудники. Жители. Давайте назначим еще одного. И одного строителем сделаем. И один будет у нас строитель. Вот все. Отлично. Теперь мы все это убираем. Смотрим дальше. Доски у нас еще 5 надо. Для того, чтобы торговлю нам открыть. Первый уровень. А то еще посмотрим, с каким городом. Нарбури. Надбури. 20 досок надо. И вот они, наши инструменты, продают инструменты за 20 золота. Мы его купим. Вот все открылось. Давайте торговлю. Внизу платим 20 досок. И ставим купить. Так, доски. Вот. Докупать до определенного значения. Ставим 20. 8. 30 поставим. 30. И продаем мы ягодки. Продать ягодки. Ставим запас. Да, 10 оставим. 10. Чтоб порог поставим 10. Все, пока только ягодки будем. Остальное нам нужно. Так, смотрим. Что у нас? Инструменты у нас пока не прибавились. А мы, кстати, торговлю-то открыли. Торговля разрешена. Так, все. Тут не надо ничего ставить больше. Инструменты у нас. 2 осталось. Давайте посмотрим, что ему тут надо. Инструментов 20 осталось. И досок 70. Одна. Уже 19. Есть камень. Все. У нас камень перекрыли мы. И осталось нам... Так, тут трудится. Уже... 12 досок. Досками быстро, вот инструменты я больше думаю. Как бы нам с инструментами. Инструменты. Давайте посмотрим. Еще раз торговлю. Почему-то не покупать. Тут даже на определенное время пройти. Торговать. Инструменты.
Тут я все выстроил. Тут, наверное, порог надо меньше поставить. Давайте 10. Давайте. Еще два путешествия. Порог мы не будем ставить. 3 оставим. Так понял, что это. Так, что это за обозначение? Надо купать до значения. Нам надо 28. Правильно у нас стоял. Ставим 30. Стоит. И почему? Так. 0 инструментов у нас уже. Так, смотрим. Что мы можем? Может, мы еще что-то не построили? Какие же наканчики? Так, часовня, мастерская, рынок. Рынок смотрим. Ну тут все у нас есть. Подождите, ресурсы. Это нам не надо. Ну, что-то инструмент у нас не закупает. Давайте мы носильщика еще сделаем. Где у нас новые работники? Жители. Так, носильщик. Давайте собирать. Еще одного строителя сделаем. И еще одного собирателя. Собирать. Будет. Так, инструменты что? Так, еще один к нам идет. А инструменты у нас досок и дерева не хватает, и бревен. Так, а тут у нас что? У нас дерево заканчивается. Так, смотрим. Еды мало. Что-то у нас всего мало, уже 15 жителей. Так, а вот с инструментами у нас проблема. Странно. Начать строительство. Инструмента только надо 20, остальное все есть. С инструментами у нас проблема. Что ж такое-то? Не хочется у нас закупать за 20. Давайте смотрим. Ставим порог меньше. 7 хотя бы. Так, странно, странно. Может, мы в бюджете не поставили расходы? Смотрим.
Сапюкамба. Общие расходы. Земельный налог. Расходы торговля. Доходы. Ягоды продаем. Доходы от торговли. Расходы. Что же он не хочет у нас? Как покупать инструменты? Еще один путешественник к нам прибыл. Инструменты. Давайте здесь зайдем. Посмотрим. Резерв. Так. Почему ж ты не хочешь? Почему ж ты не хочешь инструмент? Кто знает, можете написать мне. Я почитаю, если не найду. Так. Я же тебе ставлю инструменты. А, я же не инструменты ставил, дорогие друзья. А, что я такой невнимательный? 30. Так, поставим 30. А то мы уберем. Доски нам не надо закупать. Доски нам закупать не надо. 30. Все. Это мы поставили. Инструменты. Правильно? Инструменты. Торговые. Все, ждем. Когда он купит нам инструменты. У нас осталось только подождать. Тут смотрим. Инструмента 2, еще нам 18. Почему он не хочет? Сейчас смотрим. Жители. Они у нас стоят без работы. Давайте еще. Назначим лесоруба и еще одного лесоруба. Давайте-то дома завершим. Так, строительство завершено, еще двое путешественников прибыло. Где же, как нам посмотреть, едут ли к нам торговать. Расходы. Служение торговлю нету пока. Расходов. Только доходы за торговлю с ягодами. Смотрим торговля. Ресурсы. 30. Я ж поставил. Докупать до значения. Все. Торговля разрешена. Так. Смотрим. Давайте посмотрим, может к нам кто-то едет уже. Едут. Тропки посмотрим. Тут тоже к нам не едут. Странно. Почему ж нам никак не хотят. Лесорубов у нас максимум. Сопилка максимум. К
Камень отёс. Давайте ещё камень поставим. Ещё. Ещё два. Ещё двоих на камень. Одно поселенца к нам прибыло. Смотрим. Кстати, ягоды у нас уже закончились. Нам надо на сбор ягод кого-то. Давайте посмотрим. Здесь тоже никого. Ягод нам не хватает еды. Так, что же будем делать-то с нашими инструментами? Чего ж ты не хочешь-то? Так. Инструменты 30. До значения. А что у них нет их? Интересно. Ладно, дорогие мои зрители и подписчики. Кто знает, что мне выставить, чтобы появились все-таки инструменты у нас. Напишите в комментариях, я прочитаю. Если вам это интересная игра была, вы ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Подписки мне очень нужны. Можете прямо сейчас зайти подписаться. Я буду очень рад и доволен. И скажу вам большое спасибо за это. До новых встреч. Пока.